Всем привет, с вами канал На Грани Фола. Мы продолжаем свою карьеру в FIFA 2022. Конечно же, FIFA. Вот, на канале 1000 подписчиков и уже даже больше. Спасибо каждому из вас. Еще раз огромное вам, пацаны, спасибо. Так что, кто впервые, тоже подписывайтесь, ставьте лайкосы, комментарии, пишите, колокольчики и прочее. У нас сегодня хорошая, насыщенная серия. Матч с Вестбромом сейчас, потом с Шеффилдом, с которым мы вышли из чемпионшипа. Они стали чемпионами, и сейчас они стоят на вылет обратно. А мы-то более-менее нормально себя чувствуем. Потом Арсенал, Тоттенхэм и Челси, может быть, сыграем. Ну, сыграем сегодня с Вестбромом, Шеффилдом и Арсеналом, а далее на стриме будет Тоттенхэм, Челси, Манчестер Сити, поэтому стрим обязательно не пропустите, поэтому колокольчик не забудьте поставить, стрим будет где-то, может быть, среда, четверг, вот в какой-то из этих дней, после 5 часов по московскому времени вечера, так что, ребят, не пропустите, обязательно залетайте. Мы сейчас идем на 6-й строчке, очень прекрасно себя чувствуем, вот. По опросу моему я должен был бороться за выживание, либо попасть в десятку, но вот пока попадаем в десятку и даже в шестерки. Мы играем с Вестбромом на сложность ультимейт, поэтому будет непросто. Давайте сразу к матчу. Так, а что такое? Какое руководство исправить? Ну, давайте самостоятельно посмотрим, а что здесь вначале произошло. А, принц, красной карточкой, ну ничего страшного, давайте. На один матч заменим его. И давайте переходить к игру, не будем долго тянуть. Всем еще раз спасибо, канал На Грани Фола. Извиняюсь, заговариваюсь. Клуб На Грани Фола под руководством Алексея Смирнова. Мы в АПЛ. Поехали. Матч против Вестброма. Очень крепкой команде. Нам показывает Абумиянга, который забивает очень много. Молодец. Вообще у нас атака очень хорошо смотрится. Проблемы есть в обороне, как и были в чемпионшипе. Но когда мы много забиваем, это как-то нивелируется. Вот он, Абумиянг. В тренировочном костюме. Уже 11 голов забил. Поэтому очень себя прекрасно чувствует. Матч домашний. Давайте попробуем не разочаровать наших болельщиков. Приступать к игре. Вечерний наш стадион На Грани Фола. Погнали. Мэтью Алисон вытеснул из состава Харрисона. Молодой проспект нашего клуба. И очень хорошо смотрится. Очень полезно действует. Поэтому по праву в основе играет. Так. Играем 5 защитников, да, кто не смотрел, но все постоянно знают. 5 защитников, крайки наши выбегают, крайние защитники, по классической схеме, латерали так называемые. И рассчитываем мы в основном на быстрые контратаки. Вестбром в атаке сейчас, позиционный удар накрыт Кристи, нашим лучшим центральным защитником. Абумиянг забегает за спины Мэтью, какой ему передачу дать вовремя, офсайда здесь никакого нет. Абумиянг должен решать такой момент, Абумиянг удар, Палмер тащит мяч. Может быть, надо было еще чуть-чуть пару шагов сделать, но Абумиянг решил пробить, не смещаясь с вратарем. И Палмер был готов к такому удару. Хороший удар в угол. Смотрите, как складывается голкипер. Тут же у нас голевая атака практически. Хартли, подача. Абумиянг борется. Алисон тоже борется, но физики ему немножко не хватает. Молодой парень. Невысокий. Ух ты, Хартли поймал мяч? Поймал, но его там встретили, пока он поднимался очень жестко, но в рамках правил. Мчится, смотрите, игрок Вестброма и Аквина. Хороший пас, Филлипс. Очень активен Филлипс. Пока нам удается сдерживать Вестбром. Но это пока. Хорош Маклеллан наш, опорник. Ветеран, но очень классно действует. Поначалу я его недооценил, но потом как он разыгрался. Бакаев, кстати, не видно вообще в этом матче, но вот сразу у него выход практически 1-1. Бакаев, надо зарешать этот удар. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Второй момент мы не забиваем, Алексей Смирнов негодует. Ну, такие моменты надо класть, конечно. Смотрите, удар, но не как следует мяч не подкрутился мимо ворот. Как бы нам не сказалось этим нереализованные моменты потом в игре. Хорошо, играем на контратаках, как я и говорил. Не даем ничего пока создать Вестброму. Середина тайма 0-0. Если сейчас выиграем, мы прям хорошо там закрепимся уже в первой десятке. Потому что дальше будет просто гранды, и нам будет очень сложно. Ну, Шеффилд перед этим, непримиримый наш соперник. Мы его, кстати, в очной встрече обыграли, но потом уступили другим командам и потеряли все шансы на чемпионство в чемпионшипе. Но не будем сейчас об этом. В атаке Вестбром. Опасно. Хорош Кристи. Хайкин. Вынос. Вот попроще, да. Классно, классно. Выходим в контратаку. Хартли. Алисон. В стеночку идем. Идем в стеночку. Вдвоем.
Ай-яй-яй, вот здесь накрыли наш пас. Но подключаются наши защитники, о которых я вам говорил ранее. Вага. Подача накрыта. Игра рукой, по-моему. Была у Фурлонга. А в итоге вот как получилось. Так, вот у нас следующий матч, да, непримиримых соперников из чемпионшипа. Шеффилд против на грани фола. Шеффилд стоит на вылет сейчас, борется. Как и подобает некоторым командам, которые попадают на дивизион выше. Самый элитный дивизион. Но мы пока здесь себя чувствуем вполне комфортно. Обыграли даже Ливерпуль. Не устану об этом повторять. Хорош, рикошет Мэтью. Мэтью надо зарешать. Но уже надо забивать гол Мэтью. Не прощает таки Мэтью Алисон. 1-0 на грани фола выходит вперед. Наконец-то. Третий голевой наш момент. И вот здесь гол. Вот такой курьезный небольшой рикошет. Точнее, рикошет большой. И Алисон очередной мяч отправляет в сетку ворот. Уже 8-й гол атакующего полузащитника нашего. Очень хорошая результативность молодого парня с не таким уж большим рейтингом в 60. Но смотрите, что творит. Играет на все 80. Хорош, Маклеллан. По зубам, нам Вестбром надо брать их тепленькими. Маклеллан, пас на Аубамеянга, ну нет, здесь Чалоба. Внимательно, Кристи, классный отбор. Хартли, Вага, включается. Маршалл пока вообще не подключается практически. Но мы играем за преимущественно левым флангом. Хорошо, Вага, классно действует. А вот здесь плохо мы действуем. Снова я не выбил мяч. Сам себя наказываю вот этими моментами раз за разом. Почему-то хочу сохранить мяч, где этого делать не надо. Филлипс, удар, видите, 1-1. И все из-за того, что там просто не выбил мяч. Просто не выбил мяч. Глупый гол. И Филлипс, которого я хвалил, он и забивает. Крайне неприятный момент. Видите, а дальше уже они распасовали здесь, да. Защитники-то спиной к воротам находятся. Поэтому 1-1, но не будем расстраиваться. Вроде игра у нас нам дается. Давайте не сбавлять обороты. 45-я минута. Маршалл, Маклеллан, Аубамеянга. Можно вернуть. Бакаев. Бакаев. На замахе, но нет, Таузена так просто не провести. И сейчас свисток будет на перерыв. 1-1, да. Единственный голевой вот шанс, и им воспользовался Вестбром. Но это АПЛ, высший дивизион Англии, поэтому... Конечно, будет не просто здесь нам. Надо выигрывать. У Вестброма обязательно надо брать очки. И Шеффилд надо обыгрывать, потому что дальше просто Виллы. И не Астон Виллы, а Челси, Манчестеры и прочие убийцы. Так можно назвать. Хартли. Классный пас. Маклон, там Бакаев открыт совершенно. Бакаев, решай. С правой ноги почему-то бьет Зелимхан. Хотя мяч вроде под левую ушел. Но вот это... В этом матче мы плохо реализуем моменты. Мне это не нравится. Я хвалил нашу атаку. Смотрите, прессинг. И заставляем ошибаться в Вестбром. Ну и сами ошибаемся в глупейших моментах. Вот соперник нас наказывает за наши ошибки, а мы не наказываем их. Надо просто выбивать его на удар. И все, тогда ничего не будет. Вот таких моментов тогда не будет. Хайкин. Вот его первый сейф и очень важный сейчас. 1-2 уже будет сложно. Вот так надо играть на вынос. И все. А дальше пусть пыжится. Дивеев, выносить мяч надо. Но здесь не дали вынести, справедливости ради. Ну как залетает такой мяч? Еле-еле же мяч летит. Из-под себя бьет игрок и забивает каким-то непонятным моват. Каким-то непонятным образом... Капитан забивает на мяч. Ну все, уже отбились, казалось бы. Здесь не успели напрыгнуть. Посмотрите, как мяч летит. Из-под себя и каким-то полупарашютом. Вот здесь, мне кажется, Хайкин потерял ворота. Господи. Ну все же было в нашу пользу. Как же мы так выпускаем моменты свои? Какой пас скрытый. Это 3-1, ребят. Это 3-1. Вы видели этот пас скрытый? И мы проигрываем матч. Маклеллан меняем на Харрисона. Но вот этот пас, конечно, решил все. Вот это класс, мастерство игрока. Раз, и все, разрезана оборона. И вот здесь уже удар не берущийся. Насвистывают, да, болельщики. То ли нас, то ли соперника. Но мы крайне плохо смотримся. Давайте штрафную. Еще попробуем какой-то навал организовать. Так, лично Хартли. Вот так все перевернулось за несколько минут. А, Кристи, ну как же так терять мячи? Заброс на Аубамеянга. Хороший, кстати, заброс. Но здесь сложно забить будет. Аубамеянг, удар, да, и Палмер тащит.
Так, Маршал на питчер, да? Да-да, края у нас много бегают, поэтому зачастую устают. Подача, Дивеев, борьба. Скидка, Кристи. Еще классный пас. Но здесь не прошел дальше. Мяч еще от своих, казалось бы, забирает мяч вратарь. Классно, разыграли, Бакай, забивай гол. Нет, нет, вратарь не пропускает ничего в это. Но не получается ничего, вот такие матчи бывают. Может быть, где-то мы перебрали очков. И вот сейчас нам возвращается. Классный удар, да, и голкипер потащил. Там еще и нарушение правил было. Ну все. Несколько минут до конца матча. Если было бы 2-1, мы еще могли бы за ничью побороться. Обидное реально поражение. Но имеем, что имеем. Придется все силы на Шеффилд пустить в следующей игре. Здесь просто контроль. Маклауд хорош. Бакаев. Бакаев. Смотрите, что творит Зелимхан. Поздно он опомнился, конечно. Сам тащит мяч. Бакаев. Бакаев. Но на удар не хватило силы. А там пенальти, что ли? По итогу. А, нет, вышло время, да. Вышло время. 1-3. Мы уступаем при неплохой игре, согласитесь. Но вот результаты и реализация моментов подкачало. От этого вот так все. Обидно, досадно. Манчестер выиграл, Ливерпуль выиграл. Манчестер Сити 3-2 обыграл Кристал Пэлас. И сейчас мы немножко опустимся в таблице. Там плотность, кстати, хорошая достаточно. Ну, восьмые, да, видите, плотность очень высока. Лестер прям за нами идет, который мы обыграли не так давно. 21 очко, у нас 22. У Ньюкасл 22, Саутгемптон, Тоттенхэм, Ливерпуль, Челси, Манчестер. Два Манчестера по 31 очку. Вот они вырвались вперед, уже лидер обрисовался. А мы чередуем победы с поражением. То у нас несколько побед сразу, то несколько поражений. Вот 7 побед, 6 поражений пока. Разница мячей 37-37. По-прежнему забиваем больше всех в лиге. Ну и пропускаем больше всех. Шеффилд на последней строчке, с кем нам сейчас играть. Но у нас принципиальный. Арсенал немножко поднялся на 16 строчку. С кем нам сейчас играть, конечно... Мотивация у нас, мы же из чемпионшипа, два непримиримых соперника, поэтому... Поэтому так, Джонсона все там хотят купить. Да уже... Пусть его заберут. Никак его не отдадут, Джонсон. У нас еще Милс травмирован, поэтому... Давайте матч к Шеффилду... К матчу с Шеффилдом приступим, поэтому... Все, принимаем соглашение и... Давайте. Физическая форма отличная, настрой прекрасный, тонус наполовину. И погнали к матчу с Шеффилдом. Конечно, они не хотят вылетать из высшего дивизиона Англии. И будут сражаться. Тем более с нами, с непримиримым соперником. У нас-то дела идут, в отличие от них, неплохо. Так, давайте форму поменяем все-таки. Белая. А им черная. Вот же прекрасно. Так. Посмотрим состав. Принц вернулся. Паркли. Давайте Принц в старте сыграет вот здесь. Да. Одну перестановку сделаем по сравнению с прошлым матчем. И давайте двигаться дальше. Это На грани фола. Наш канал. Наш клуб На грани фола. Тебя лайк, подписка, комментарий. И колечек не забудь. Поехали к матчу потихонечку. Сейчас уже играем в гостях на стадионе Шеффилда. Все смотрят за Бумиянгом, который в прошлом матче имел моменты. Но не так много и не забил. Видите, даже... Ну, погнали. Шеффилд на грани фола. Брамал Лейн Арена. Надо уничтожать их. Ну, не так же. Смотрите, сразу провалимся в обороне. Удар, благо... Не стал он до конца идти, уже смещался к нему защитник. Но начали мы, конечно. Так, нельзя начинать. Не вошли в игру, что ли? Все, собрались, ребята, собрались. Делаем вещи. Там Алисон забегает, офсайд, по-моему. Нет офсайда. Мэтью, пас на Абумиянга. Абумиянг, решать надо такие моменты. Абумиянг! Пьер Эмерик Абумиянг! 1-0. Снова мы открываем первый счет. Ну, надеюсь, в этот раз мы не так... Закончим, как в прошлом матче. Хорош.
Принц хорош Алисон пробежал и пас на Абумиянга. И тут надо было еще попасть. Абумиянг 12 гол в 15 матчах. Сумасшедшая статистика. Так, давайте пока атакующих защитников уберем. Сейчас будет натиск у Шеффилда. Продолжаем действовать в том же стиле. У нас по наработанной схеме, как говорится. Классно разыграно, ничего не скажешь. Посмотрите, что творит Шеффилд. Ну, выкурили их с центра обороны. Центр штрафной. Второй темп атаки уже справляемся. Снова я не хочу мяч выносить, но вот сейчас выношу. И сразу мы на другую половину поля перемещаемся. Какой пас выдает. Но здесь, да, здесь успеет Иствуд забрать мяч. Возвращаемся. Хорош Кристи. Посмотрите, какой отбор, а? Ну, не до конца, но прервали контратаку и уже расставились по своим позициям. Не даем долго думать. Молодец, Дивеев. Мэтью, заброс. Контратака в действии. Абумиянг мчится вперед. Пьер-Эмерик. Удар! Абумиянг в огне! Бежим к нашему сектору гостевому. 2-0! Вот это да! Вот это мне нравится. Абумиянг. Классный заброс Алисона. Абумиянг сам все решил. Подработал всех головой. Пробил с левой ноги, кстати. Но Абумиянг бьет с двух ног. Конечно, с правой лучше, но... Форвард великолепного класса. 30 миллионов мы за него заплатили. Наш самый громкий трансфер. И он себя оправдывает. Дивеев рубится здесь, смотрите. Зарабатывает штрафной все-таки. Шеффилд. Непосредственно близости у ворот. Надеюсь, Хайкин затащит. Или вообще розыгрыш будет? Нет, будет удар. Хайкин намертво забирает мяч. Красавчик. И вот так надо просто выбивать мяч сюда и бороться здесь уже. Хорош, Маклауд. Выбегаем в контратаку. Мэтью, заброс на Абумиянга. Работают эти забросы в матче с Шеффилдом. Абумиянг, удар. Ну, ближний угол здесь перекрыт. Был острый угол, и Эст тут хорошо здесь сыграл. Давайте попробуем здесь поджать их немножечко. Первый тайм тем временем завершается. Минута до конца. Хороший первый тайм. Особо ничего Шеффилду не дали создать. И сами реализовали свои моменты. Маклеллан здесь, наверное, желтый может быть, да. Ну, опорный полузащитник, да. Алистар Маклеллан. Не так уж и много получает карточек. Вообще мы в начале сезона больше получали карточек, потому что не везде успевали. Флэг, кстати, травмировался. Не везде успевали за соперниками. Сейчас более-менее адаптировались. Но Шеффилд соперник нашего уровня. И первый тайм завершается. Пока 0-2. В нашу пользу. Хорошо, хорошо идем. Вот другие результаты. А, тут даже нет ничего. Ньюкасл с Манчестером. Пока еще даже счета нет. Так, ничего не будем менять. Все хорошо идет. Давайте попробуем больше немножко мячом контролировать мяч побольше и действовать также на контратаках. Вага. Да, следующий матч у нас с Арсеналом. Он завершит эту серию. Матч с топом. Арсенал, кстати, ниже нас идет и ниже многих команд, но это ни о чем не говорит. И Абумиянг против своей высшей команды. Здесь и нарушение правил. Потому что выходил один на один игрок, и я умышленно здесь усилился в подкат, проиграл позицию Кристи, и пришлось спасать. Поэтому следующий матч будет вообще топ-топовый. А на стриме будет, ребята, вы сами видели, Манчестер Сити, Челси, так что всем быть на стриме. В среда, четверг примерно. В сообществе я все напишу, в Инстаграме, также на грани фолла, поэтому следите, ребят. Все будет, играем этот сезон. А там дальше и карьеру за игрока запилим. Также GTA пока постримим еще параллельно, так что... Всех жду, всем спасибо еще раз за 1000 подписчиков. Двигаемся дальше. И с наступающим Новым годом, кстати. Уже не так-то он и не скоро. Удар опасный над перекладиной. Флек, который, может быть, травма небольшая мешает после столкновения с Маклеллом. Удар был очень опасный, но высоковато все-таки. И видел Хайкин все. Замена. Маклеллан. Заброс на Мэтью Алисона. Классный заброс, плохо подработал, мне казалось бы. Мэтью Алисон, но вратарь не вышел, не подкараулил этот момент. И Мэтью дальше проткнул мяч через голкипера. Прям в камеру залезает, красавчик. Алисон, классный пас от Маклеллана. Но здесь, казалось бы, чуть-чуть далековато, да, на несколько метров отпустил мяч Мэтью. Но за счет скорости успел его догнать и проткнуть мимо голкипера хозяев. Классный гол. 3-0, я думаю, Шеффилд терпит очередное поражение. Давайте попробуем на 0 все-таки сыграть. Не хочется мне быть самой пропускающей командой в лиге. Как и в прошлом сезоне, я занимал вторую строчку и пропускал почти больше всех в лиге. А может быть, даже больше всех.
Может, здесь сыграть попробуем на ноль. Посмотрим, но вы видели, есть такие моменты на ультимейте, когда мячи залетают просто какие-то фантастические, сумасшедшие, чуть ли не с 30 метров, когда уже ну ничего нельзя сделать. Просто ничего. Не от меня даже ничего не зависит. Принц, в штрафной площади, принц. Прострел можно сделать. Прострел есть, но перебежали уже игроки. Бакаев, смотрите, рубится, как Бакаев, Зелимхан. Подача на Абумиянга. Абумиянг, удар! Тащит Иствуд. Ну, как поборолся Зелимхан Бакаев, конечно, классный. И здесь Абумиянг переиграл защитника, но не переиграл голкипера, как говорится. Так, давайте. С угловых давно мы не забивали. Подача, Абумиянг, борьба, удар! Говорил я, что давно не забивали с угловых, а угловые — это наше неплохое оружие. 4-0, Абумиянг. Угловой зарешал все-таки. И наше... Чокаемся за вас, пацаны, за вас, ребята, за наш клуб на грани пола. 4-0, просто не оставляем камня на камне. А соперники, давайте Маклеллана с желтой карточкой меняем на Харрисона. Удар прямо в голкипер, но с близкого расстояния, из-под защитника в борьбе. И не справился голкипер Шеффилда. Едем дальше. Давайте попробуем сохранить все-таки сухие ворота. Я думаю, наш вратарь это заслуживает. Бакаев. Маршал. Заброс какой. Какой заброс на Абумиянга? Ну все, проходят здесь. Можно туда проткнуть мяч. Нет, не получается. Удар. Хайкин на месте. Ну вот, и Хайкин продемонстрировал свое мастерство. И ворота пока не распечатаны наши. Подача. Борьба. Хайкин. Ошибся на выходе, но есть защита у нас. Для таких случаев. Опасно. Хорош. Ай-яй-яй, все равно сейчас мяч, наверное, залетит один. Нет, принц здесь не дает. Принц в обороне отрабатывает и на угловой мяч отправляет. Радуем мы наш гостевой сектор. Нашего непримиримого соперника обыгрываем мы пока что. Ну, я думаю, обыграем, конечно, что говорить. Вот так надо выносить мяч и здесь уже бороться. Жалко, да, проиграли, что в Эсброму. Здесь полна отыгрались. Бакаев. 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 Дальний угол. И от вратаря снова. Ну, Бакаев, хотел сказать, давно не забивал здесь. И Бакаев свою пушку расчехлил. Вот так вот. Я промечиваю, как фанатам чужим выбегает. Может и бутылкой, или монеткой получить. Здесь сам не стал ничего делать. Сместился к воротам. Пробил сильно мощный от руки голкипера. 5-0 просто разорвали. Мы самая забивающая команда АПЛ и подтверждаем этот статус в этой игре. И пока не пропустили еще. Интрига. Пропустим мы гол или нет, ребят. И насчет трансферов тоже. Давайте подготовьте какие-то фамилии. Недорогие имена. Может быть, удастся продать принца. Кого-то купите на стриме. Давайте обсудим трансферы тоже. Поэтому пишите. И все. Свисток. Об окончании матча. Уверенный просто разгром. И хэт-трик Абумиянга, конечно же. Наверное, он там лучшим бомбардиром становится АПЛ. Под шумок. Давайте без... давайте пресс-конференцию дадим после матчевого интервью. Может, поддипим еще больше двух команды. Ответим на одни из стандартных вопросов, как обычно. Так, Абумиянг оформил хэт-трик. Что скажете о его игре? Прекрасная игра. Абумиянг сегодня был неудержим. Такие игроки способны решить исход матча. И сегодня как раз такой случай. Мы сегодня ждали большей борьбы, а вы... без трудностей. Матч для нас получился очень простым. Он от нас должны ждать большего. Сегодня мы были неудержимы, и это было видно с первых минут. Конечно. Сегодняшняя игра могла сложиться по-другому. Давайте на следующий игре. Дело сделано, очки мы взяли. Да, конечно. Надо уже переходить к более серьезной игре. Это Арсенал. Невзирая на их положение в турнирной таблице, они, конечно, топы все равно. Они уже 13-е, так что они потихоньку набирают очки. А мы в пятерке, ребят. Мы в зоне Еврокубков. Вот так вот, прямо за Ливерпулем идем. Прямо за Ливерпулем. Там Челси, Манчестер, Сити, Манчестер Юнайтед, поэтому... так, Личев сдан в аренду, да. Это я помню.
давайте закончим матч, серию на победном, на победной ноте. Ну, я не знаю, сложно будет обыграть Арсенал, но попробуем. Первая такая команда после Ливерпуля мощная. Невзирая на таблицу, все равно там игроки топового уровня. Сейчас посмотрим, кто у них там вообще в составе. А, бомбардиров давайте глянем. Кто там, что там? Абумиянг, да, 14 голов в 15 матчах. За ним идет Стерлинг, Фернандеш, Мэдисон, Бакаев, кстати, тоже здесь, и Алисон. Ну, мы, я говорю, атака у нас, дай бог каждому, как говорится. Так, погнали. Матч против Арсенала. А потом с Тоттенхэмом стрим начнется в среду или в четверг. Так что, ребят, не пропустите. Может, пресс-конференцию дадим все-таки? Давайте. Предматчевую, а? Такой-то матч. Поехали. Вопросы журналистов. Вы отлично начали сезон, и теперь имеете все шансы избежать вылета. Сможете поддержать заданный темп? Да, у нас задача от руководства избежать вылета. Но мы, конечно, мы всегда верим в лучшее, а глубина состава вполне позволяет нам не думать о вылете. Конечно, о каком вылете? Мы думаем о Еврокубках уже. Так, Смирнов, если говорить о следующем матче с клубом Арсенал, как вы будете готовить команду в плане настроя и психологии? Особенно принимая во внимание, что Микель Артета не успел прочитать. Как вы улучшаете настрой команды? Настрой прекрасный, ничего себе. Настрой прекрасный, это хорошо, в предстоящем матче нам будет легче играть. На грани фола показывает не лучшую игру в последних матчах. Может быть, вы заметили какие-то определенные причины? Да нормальная у нас игра. Не могу объяснить. Пока трудно назвать причину, но мы упорно работаем на тренировку и стараемся все исправить. Конечно. Спасибо. Пожалуйста. Да, немного даже есть волнение перед матчем с Арсеналом. Но надо с этим справляться. У нас еще впереди много-много грандов. Так, давайте. Смена формы. Ну что за форма? Есть же отличающиеся формы. Вот, пожалуйста. Почему нельзя? Так. Ну, мы старт оставляем. Так, ну у них Йович в атаке. Адегар, Сака, Диоп. Сака, неважно. Такие, да, не громкие имена, но молодые и не очень игроки. Будет непросто, конечно же. Это Арсенал. Главное, играем дома. Поддержки трибуны, я думаю, тоже многое даст нам. Главное, сразу не посыпаться и попробовать открыть первым счет. И тогда уже, я думаю, будет нам полегче. Поехали. На грани фола против Арсенала. Вот он, Абумиянг, от него много ждем. 33 года ему, еще лет, пару лет он точно может играть. Ну, в нашем клубе, я думаю, еще сезон отыграет. Посмотрим. Наверняка будет еще третий сезон. Пока не знаю, будет карьера игрока после завершения этого сезона. Поэтому все постепенно. Все постепенно узнаете и там решим ближе к делу. Поехали. Начинаем осторожно. Ну и Арсенал, да, особо не летит вперед. Портье, Томас, великолепный опорник, игравший в Атлетико долгое время. Маклеллана проходит он. Вайт. Одегар. Патио. Патина. Йович. Да, Арсенал владеет мячом прекрасно. Ну, кто бы мог подумать про другое. Диоп. Нарушение или аут? Нет, аут. Вага молодец. Да, можно где-то и пожестче с ними действовать. Йович обыгрывает нашего... И смотрите, какой парашютик делает Йович! Мяч в сетке. Посмотрите, какой получился... Как же Йович здесь грамотно сыграл. Забивает гол Хайкен, да, вышел из ворот. И Йович легким таким парашютиком... Что творится с нападающим? Легким парашютиком перекинул мяч и уже не успел из ворот вытащить мяч Кристи или Маклауд. Здесь Маклауд. Видите? Гол, конечно, классный. Но гол ли это был? Не будет определения. Здесь с такой камеры точно ничего не будет видно. Такой вот курьезный гол, и мы уже уступаем в счете, к сожалению. Как я не старался. Да, вот расстроен Алексей Смирнов. Ну что поделать. Лука Йович, 5-й гол в 6-м матче. Абумиянг против своей бывшей команды, поэтому я думаю, он замотивирован. Бакаев, Сака встречает Бакаева. Бакаев... Нет, теряет все-таки мяч. Играем фол 5-й мы, да. Арсенал-то внизу. Но они потихоньку выправляются. И мы попали на них, когда они наоборот на подъеме, к сожалению. Йович. Опять он уходит от одного защитника. Надо страховать. Но нельзя так проваливаться. Какой удар, Крестовина. Надо собраться.
творится. Посмотрите, Томас. Да, Арсенал, конечно, в огне. Ничего не сказать. Просто уничтожает нас пока что. Ай-яй-яй-яй. Одегор, удар! Сильно, мощно в ближнюю. 0-2. Да. К сожалению, проигрываем мы этот матч. Ну, проигрываем на данную минуту. Если еще пропустим третий мяч, то уже, я думаю, проиграем по итогу. Пока есть шансы, я думаю, нам как минимум сравняться. Давайте попробуем это сделать. Маклеллан, пас на Зелимхана. Посмотрите, как играет против Зелимхана здесь. Когда высококлассные игроки уже просто так, как на скорости, тупо не пробежать. Надо справляться с этим Йовичем. Одегор уже играет как нападающий здесь. Еще удар! Еще будет отложенный фол и желтая карточка, да? Да. Все против нас. Маклауд получает. И еще великолепный момент у Одегора, чтобы сделал счет 3. 3-0. Удар! Перекладина спасает. Добивание выше ворот. Патина пробивает мимо. Бежал там защитником, хотел отбить этот мяч, но... Не показали, к сожалению, удар в перекладину. Но здесь выше ворот. Вот здесь мы отскочили. Надо как-то собраться. Пока ничего не получается, мы ничего не можем сделать. Выглядим слабо, откровенно говоря. Дивеев, перевод. Да, видите, знакомое лицо. Типа из бывшего клуба, как я понимаю. Плохой пас Маклеллана, а? Плохой пас. Да. Надо пару хороших отборов сделать нашим защитникам, чтобы почувствовать себе уверенность. Пока нас просто, видите, разрывают нашу оборону. Вага цепляет за футболку. Делает все, что может, но Диоп не отдает мяч. Одегор, еще удар, 3-0. Ну, посмотрите, какие кладут мячи. Просто Арсенал нас уничтожил. Не знаю, как мы будем дальше играть с другими грандами. Там Тоттенхэм, потом Челси на стриме будет. Поэтому, ребят, нужна ваша поддержка будет на стриме. Буду ждать. Мэтью. Запил стадион, да. Точнее, гостевой сектор наверняка. Бакаев. Ну, давайте будем раскрываться, что делать. 3-0, конечно, много. Мэтью, ничего не проходит в обороне. Смотрите, Арсенал. Не знаю, почему они так низко находятся. Видите, индивидуально проходит. Йович. Дивеев, молодец, накрыл, но надо еще обороняться. Мяч остается у Арсенала. Видите, что творит Йович. Маклауд здесь справился, но... Даже не могу мяч отбить. Просто запер нас Арсенал. Все команды здесь. Хайкин вынос. Контратаку бы организовать. Даже не могу пас отдать. Седрик перекрывает. Да, вот это попали под каток. Так попали. Здесь прям по делу нас обыгрывают. Тупо сильнее Арсенал. Одегор снова проходит. Удар! Перекладина. Пенальти еще там. Желтое. Дивееву. Вопрос, штрафной он свалил или до штрафной. Ведь не забил Одегор. С такого повтора, конечно, не видно. Уже по инерции докатился пенальти еще, да. 4-0, походу, будет. Фу, вот это тебе и на. По центру. Йович. 0-4, ребят. 0-4. Уничтожение. Мы и больше проигрывали, помните? Но, тем не менее, неприятно. Давайте хотя бы пару мячей попробуем отыграть. Пенальти вообще лишний был. И даже до ворот ни разу не дошли. Хотя бы пару мячей отыграть, а там... Ну, сейчас даже не помню, одного удара нет. За первый тайм. Антирекорд. Наш личный. Смотрите, как действует Арсенал. Очень мощный, ребят. Вага. Тиоп, Вага мяч сохранил. Разводит руками наш тренер. Штрафную еще поставим, чтобы забегали. Арсенал сейчас будет играть по счету. И, я думаю, еще пару мячей мы пропустим точно. Видите, они просто контролируют мяч. Прессинг наш не дает плодов пока.
Хартли. Харрисон пас на Алисона, но плотно здесь против него действует. Видите, ничего не проходит. Это класс, класс защитников. И команды в целом. Посмотрите, что творят эти ребята. Какой-то самый сильный соперник пока в этой карьере. Как ни странно. Находящийся на 16 строчке, напомню. Я вам говорил, что Арсенал, да, понятно, что это Гран. В любом случае, где бы он ни находился, конкретно отдельной игре он может очень сильно сыграть. Ну, чтобы так, я не ожидал просто. Мэтью, пас на Абумьянга, еще и офсайд. Вообще ничего не получается, от слова совсем. Йовича меняют, но он свое дело сделал. Бен-Ядер появляется, по-моему, в Монако, да, игравший. Если я не ошибаюсь, если ошибаюсь, поправьте в комментариях. Кристи. Хартли. Такой пас вряд ли пройдет. Харрисон борется, но это максимум, что он делает. Диоп. Хочет подкаты Кристи. Кристи настигает все равно Диопа. Подача. Дивеев. Справился, молодец. Ну, везде, везде футболисты Арсенала. Они просто прилип, как будто их 22 человека только в одной команде в Арсенале. Видите, я не могу выйти из обороны. Тупо не могу выйти. А Одегор вот что творит. За счет индивидуального мастерства. Давайте. Аль-Каби. Вот из серии его еще мы не выпускали. Он быстрый игрок, может на контратаке что-то. Просто доигрываем матч уже. У меня одна задача. Дойти хотя бы до ворот. Получится в этой игре. Смотрите, что творит Бен-Ядер. Сзади, со спины отбирает каким-то образом мяч. У Алисона. Ужасно. Да, не пропустили мы в прошлой игре, но вот здесь напропускали за несколько игр вперед. Еще удар. Сака. Ну хватит, Арсенал, успокойтесь, остановитесь. Одегора меняют. Он тоже сделал игру. Какой-то ОРОВ вышел. Наверное, как молодежного игрока уже выпускает. А у нас еще матч с Тоттенхэмом, еще и в гостях, поэтому... Вот такая серия получается. Бен-Ядер просто на скорости, видите, убегает. Без комментариев. 0-6. Просто фантастика, ребят. И они все летут и лезут, и лезут, все лезут и лезут. Абумиянг, ну давай. Есть шанс. Есть шанс, раскрылся Арсенал, Алисон. Первый раз мы дошли до ворот, Алисон штанга, Алисон сам же добивает. С правой ноги в штангу, с левой уже в ворота. Мэтью. Молодец, Мэтью. Смотрите, какой гол получился. Ну вот, первый наш выпад. В конце матча и справа, и слева уже в пусты. Хороший отскок. Не выключился Алисон. За борьбы 1-6. Ну вот. Гол престижа есть. Конечно, игра катастрофически проиграна. По всем статьям. Первый наш удар с поворотом к 78-му матче. К 78-й минуте матча. Ну, сложно, да. После 6 безответных мячей что-то как-то собраться здесь. Они еще прессингуют, засранцы. Кристи, это желтая карточка должна быть. И она есть. 5 минут до конца матча. Посмотрим, какой там расклад по таблице. И уже потом увидимся на стримах. Как я говорил, одна серия будет и пару стримов в неделю. Может, один стрим, два стрима, не знаю, там как по времени. Будем чередовать стримы и серии, поэтому не пропускайте, ребят. Нужна ваша поддержка и помощь. А что сейчас сотворил с нами Арсенал, настроение мне он уничтожил просто. 1-7, ребят. Вот такой результат. Одегор получает игрока матча, а мы получаем 7 мячей в свои ворота. Никакие конференции после матча интервью давать не буду. Я очень расстроен.
Шеффилд проиграл и Челси, Манчестер выиграл. Но в десятке мы держимся, как я себе поставил цель. А от руководства поставил нам не вылететь в этой игре, поэтому руководство должно быть довольно. Мы пятые, ребят, пятые, остаемся. Вот такой вот получается серия. Спасибо всем, кто смотрел. С вами был канал «На грани фола». Увидимся на стримах. Всем пока. Пока.